кажется, с работы. Нет, передай, что я занят. Знаете, он только что вошел. Неожиданно. До сих пор в шоке, что обедаю со шпионами. Я ведь обычный продавец. Вот именно. Поэтому КГБ не обратит внимания. Вы бы очень помогли Великобритании. И что от меня требуется? Я хочу распахнуть двери лучшим производственным компаниям Запада. Я там окажусь в опасности. Если бы это задание было хоть немного опасно, вас бы мы точно не послали. Держите, и не снимайте его в Москве. А что он делает? Стреляет ядом? Никому не доверяйте. Любой может оказаться сотрудником КГБ. Все иностранцы под подозрением. А вы будете курьером, который охотится за русскими тайнами. Вы должны выбросить из головы все, о чем мы с вами говорили. Внушайте всем, что вы обычный бизнесмен. И ничего больше. Всего лишь бизнесмен. Я не хотел тебя втягивать. А если поймают, меня казнят, верно? Мы не можем его вызволить. Если бы все было наоборот, Пеньковский бросил бы вас. Он бы не бросил меня умирать, и я не брошу его. Я добровольно согласен привести лучшего советского разведчика, хотя Россия с Америкой на грани ядерной войны. Пусть нас всего двое, но мы оставим след в истории.